Акции NVIDIA, ведущего американского производителя компьютерных чипов, потерпели рекордное падение. Всего за сутки рыночная стоимость компании уменьшилась сразу на 280 миллиардов долларов. По данным аналитиков Google Finance, падение стало самым большим в истории американского фондового рынка. Оно произошло после того, как Минюст США направил в компанию антимонопольную повестку. После закрытия торгов акции упали еще на 2%, достигнув 105 долларов. Антимонопольные органы США беспокоят, что NVIDIA затрудняет переход бизнеса на продукцию других поставщиков чипов для искусственного интеллекта. Bloomberg сообщает, что есть подозрения в том, что компания наказывает покупателей, которые не используют исключительно ее услуги в сфере ИИ. NVIDIA же обвинения отвергают.